вертолет? Да. А, вот так. И это катается. А как эти катаются? Это? Да. Я взял тебя. Так они. А, вот как катаются. Ну, они катаются. Они только мама, какой мне? Я не знаю, ты все падаешь на каких тебе. Садись, садись. На них надо попой садиться. А я попой сажусь. Ты сейчас упадешь. Вот так, Света, а сколько Даниле лет? 10, по-моему. 10, да. А как она качается? Ну, вот за эту, вот на эту ногами надо. И кататься, а ноги сюда. У тебя не дотянутся ножки. Мама, ты поставь. А как я тебе поставлю? Они у тебя не дотянутся. Сюда сиди. А тут спинки нету. Ты с нее свалишься. Ну, я буду держаться за эти. А за эти нельзя? За эти нельзя сдерживать. А почему? Ну, потому что ты будешь держаться, а она будет ехать и падать будешь опять. А на что не так закататься? А ой, хочешь на этой? А на этой я стоя попаду. А на ней стоя не попаду. Какой предусмотрительный ребенок. Сам не упади. Хорошо, что коровы не летают, да? Давай садись, я тебе покажу. Только аккуратненько держись. Нет. Вот так вот оно работает. А я так хочу. Нет, нет. А ты игла, а я игла. Тетя Саша, смотри, Леша за птичкой залез и согнал ее. Кто залез за моей птичкой и загнал ее? Давай вместе. Смотрим. Не ори. Харитон, не ори. Мама, мама, ты много птички здесь. Лёш, просто птички тебя любят. Мы куда идем, везде птички. Да, мы как с Лёшей идем куда-нибудь, везде птички сидят. Причем много. Да, Данил? Ага. 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 А вот эти катаются. Птички катаются. Я одну птичку согнал.